Всім привіт! Це шоу Denim TV з Нескафе 3 в 1. Наша улюблена рубрика Fashion Icon. Дар'я Шаповалова, Аня і я. Анорексички. Три анорексички сьогодні зібралися нас тут. Зараз ви зрозумієте, чому. Тому що ми обсуждаємо тему «Женщина нестандартних пропорцій». Я хочу наголосити на тому, що все-таки нужно називати так дівчинок, які дійсно не совпадають з модельним ідеалом. Зараз ми говоримо про товстих баб, щоб ви зрозуміли. Ми говоримо про дівчат, які мають нестандартні розміри, і вони володіють нестандартною красою. Це 90-90-90 ви маєте на увазі? Я скажу то, що повнота время от времени входит в моду. Тобто вони починають говорити, знімати полных девушках в журналах. Uh-huh. И в прошлом году вышел номер нью-йоркского очень модного журнала V Magazine, который был полностью посвящен девушкам с нестандартными пропорциями. Для нее даже сделал фотосессию Карл Лагерфельд, который до этого очень высказывался так довольно-таки резко. Недавно было проведено исследование в Америке, и как раз больше всего покупают одежды не худые девушки, а в размере 40-42. Им же тоже хочется быть красивыми. На самом деле, вот, кстати, под патронатом итальянского Vogue вышла специальная книга для дев, которая рассказывает о женщинах в формах, которые достигли успеха. На примере Опры Уинфри, автора сценария к фильму «Сумерки». Вот, собственно говоря, фотосессии из V Magazine, которые с полными девушками. Size и вот плюс, да, это снимал, да, так точно, Карл Лагерфельд, вот эту фотосессию. Мне особенно нравится вот эта история, потому что здесь на самом деле две модели. Жаклин Яблонский и Кристал Рен. И показывают одинаковую одежду, как она выглядит на девушке очень худой и более полной. Уявіть, будь ласка, якщо ось це, наприклад, Дар'я Шаповалова, подивіться, виглядає ось так. А це сьогодні у нас Анна Віджей. Аня. Ані повезло більше, я зняв Карла Лагерфельда. Вибач, я не знаю, хто кого знімав. Ні, хоча мене стилізував Нікола Фернічеті. Ну, якщо б ви були таким, вам ви б одразу сіли на якісь дієти, ви б одразу почали з собою щось робити. Ну, правильно, ви б не змогли залишатися ось в такому образі. Комусь це може подобатися. Я, чесно, ніколи не хотіла бути товстою. Ми навпаки, все життя борюся з цим. Так, Даша. Я могу только сказать, что меня действительно очень сильно поразила обложка итальянского Вога июльского. Вот смотри, она вверху. Вы видите этих девушек, они потрясающей красоты. Я уверена в этом. То есть можно говорить о том, что их отфотошопили, но их лица, они просто невероятно красивые. И ну, я точно так же знаю, что многим мужчинам это нравится. Я уверена, что если бы я родилась в такой комплекции, я бы, конечно, попыталась сидеть на какой-то диете, но просто иногда это минус человеку. То есть, ну, вы знаете, есть девушки, которые они просто ширококосные. Зачем им сильно худеть? Мне кажется, в этом есть какая-то изюминка, да? То есть все равно все мы устаем от очень худых девушек на подиуме. Мы даже можем посмотреть, как Кристал Рен выглядит на подиуме дома Шанель. Вот у нас есть фотографии. Она чуть-чуть полнее, чем остальные девушки, но неужели ей не идет эта одежда? Насправді, який висновок може зробити, що це круто, що знімають такі обкладинки, тому що це вселяє... Ну, це якась уверенность у тих жінок, які просто не можуть похвастатися модельними пропорціями. Я хотіла б вспомнити, що є ще Бендіта і є Адель, певиці, які теж в формі, але вони виглядять прекрасно. Вже вони не гарні, білявка і брюнетка. Ні, ну такі складки мені не подобаються. Ну, на фотографії виглядять шикарно. А вони дуже м'які. Що ж, дівчата, я думаю, що треба все ж таки якийсь остаточний висновок зробити зараз. Я думаю, що потрібно просто понимать то, что нужно уметь подчеркивать свои достоинства. И не обязательно стремиться к модельной фигуре, потому что это просто вредит здоровью. И если вам это не дано природой, то не нужно за этим бежать. Мне кажется, что нужно максимально над собой работать, что-то изменить, но в принципе принять то, что тебе дано от природы, и полюбить это. Если ты не полюбишь свои кистки, я буду, все ж таки хочу стать качком. Буду. Давай, віджимайся. Це була рубрика Fashion Icon. Ми завтра побачимось.